ГТО со звездой. Сегодня к этому проекту Общероссийского народного фронта присоединилась и Чувашия. Нормативы попробовали сдать ребята, которые отдыхают в лагере «Жемчужина». Диана – настоящая спортсменка. Легкой атлетикой занимается с 12 лет. О нормах ГТО знает не понаслышке, но официальный значок пока не получала. Мы сдаем в школе нормы ГТО. Ну, у меня все на пятерку. Больше всего у меня получается бег на длинной дистанции 2 километра за 2 минуты и 50 секунд. Бег, подтягивание, пресс. Даниар готов сдать любые нормативы. Золотой значок он получает каждый год. Сегодня я потянулся 12 раз. Это для меня очень хороший результат. Нужно развиваться, мотивировать себя, становиться лучше. Главное в любом спорте – разминка. Так что перед тем, как попробовать свои силы в сдаче норм, ребята подготовились. Член сборной команды России по самбо провел зарядку. Веселые движения повторяли даже самые маленькие пионеры лагеря. ГТО, да, это в первую очередь, это как бы ты себя проверяешь, насколько ты готов, насколько готов твой организм. Кто сдает нормативы ГТО, тот более себя как бы лучше чувствует, и они как бы более активные по жизни. Нормы ГТО со звездой сейчас сдают в 85 субъектах страны. Сегодня мы первый раз проводим данную акцию в лагере «Жемчужина». И будем также проводить данную акцию в течение года. Там во всех, постараемся во всех детских оздоровительных учреждениях республики. Стараемся разных спортсменов, таких выдающихся спортсменов нашей республики, звать с собой. Если вы еще не сдали ГТО, тогда звезды спорта и ОНФ идут к вам. Екатерина Карпова, Анастасия Лангина, Валерий Лизюков, Республика.